Участки городских дорог, где асфальт был поврежден из-за укладки газопровода, заасфальтируют в конце весны. Сейчас проседающие отрезки постоянно подсыпают. Рабочие следят, чтобы эти места не превращались в ямы. Из-за особенностей грунта газопровод в Уссурийске укладывается в холодное время года. Из-за этого поврежденный асфальт специалисты восстанавливают не сразу. После завершения работ ремонтные бригады заполняют пустоты, а потом, по мере усадки почвы, регулярно подсыпают пескогравием. Как только установится теплая погода, все поврежденные участки подрядчик заасфальтирует. Контроль за местами проведения работ идет постоянный. По мере надобности, так сказать, а вообще раз в неделю минимально производится подсыпка при ямках. Сейчас такими погодными условиями производится ежедневный контроль при ямках. И по возможности все это дело подсыпается.